Как известно, на одаренных детей дополнительно выделяют средства различные компании, спонсоры, которые обеспечат проведение различных в летнее время лагерей по подготовке к олимпиадам, по творческим различным проектам и так далее. Я думаю, что в сумме этих средств будет значительно больше, чем средства, которые выделены из бюджета. Мы предполагаем, что одаренные дети, они, конечно, их отдых будет чуть-чуть даже обходиться дороже, так как кроме питания, кроме различных мер, связанных с культурным досугом, будут проводиться меры по встрече со специалистом в своем направлении, будут привлекаться эксперты, и, конечно, это привлечет дополнительные средства. В целом, я думаю, что это направление перспективно, и мы, наоборот, должны финансирование этих проектов увеличивать.